30 числа мы подводим итог победителей читательских летнего чтения. Да, победителей летнего чтения. Мы хотели поздравить вас, как лучших читателей наших, самых активных читателей, самых любимых читателей, которые всегда приходят к нам, много читают, и хотим наградить вас по этому поводу от нашей библиотеки. Библиотека имени Тычины награждается Рудина Повшедлих за участь в конкурсе «Найкращий читач літа». Даша, в твоем лице мы награждаем всех членов вашей семьи. Нагороджується родина Попових за участь в конкурсі «Найкращий читач літа 2017». Я вашу сім'ю теж награждаю от імені всієї бібліотеки. І нагороджується Матус Володимир Олексійович за участь в конкурсі «Найкращий читач літа 2017». Кроме того, ценними подарками награждаються сім'я Попових. Персонально для Ольги Андреевны Бергольц. И это для вас, подборка литературы ваших интересов. Посмотрите, что там это все. Награждается Матус Владимир Алексеевич. Это вам тоже сюрприз. Литература, которую вы предпочитаете выбирать в наших фондах. И персонально от нас с Еленой Викторовной. Альбом натюрморта. Понятно? Вам как художнику это будет приятно. Кроме того, семья Повшедлих награждается как маленькие представители этой семьи, так и взрослые, памятными, как несешь, я не знаю, вот это памятными подарками. Все для чтения. Так, я тебе дам пакет. А теперь, если можно, подержите, пожалуйста, свои грамоты, чтобы видно было. Ага. Вот там, я тогда, подождите, я положу.